Перед вами кадры испытаний станции радиоэлектронного подавления «Красуха 2.0». Это изделие осуществляет разведку и выдает помехи бортовым радиолокационным комплексам самолетов. В начале октября очередные комплексы были приняты Министерством обороны. Товарищ министр обороны Российской Федерации, государственный оборонный заказ 2014 года по изготовлению унифицированных наземных модулей помех 1L269 в количестве 2 единиц акционерным обществом научно-производственное объединение «Квант» «Великий Новгород» концерна радиоэлектронные технологии госкорпорации «Ростех» выполнен досрочно. «Красуху» спроектировали в Ростовском институте «Градиент», который тоже входит в состав «КРЭД». И всего за полтора года новейшую военную технику запустили в серийное производство. Это прежде всего огромный компьютер, который имеет, ну, на самом деле, достаточно неограниченные возможности. Работая в общей системе управления, он снабжает информацией и зенитные войска, и авиацию в общем контуре управления. Он подавляет, скажем так, или осуществляет радиоэлектронное подавление конкретных объектов в общей системе группировки. Это высокотехнологичное произведение искусства удалось построить совместными усилиями. Молодые специалисты и умудренные опытом ветераны сконструировали и построили его. А финансами помогло государство. Акционерное общество НПО «Квант» – это прежде всего предприятие государственное. Соответственно, он полностью входит во все целевые программы финансирования оборонно-промышленного комплекса. Большие деньги федеральные целевые вкладываются на совершенствование производственной базы этого предприятия, закупку оборудования, обучение персонала. В ходе испытаний изделия подвергались различным проверкам. На повышенную температуру плюс 50, на пониженную температуру минус 50 градусов, а также другим видам испытаний и состава периодических испытаний прямодаточных. Первые серийные изделия успешно эксплуатируются в российских войсках радиоэлектронной борьбы и показывают высокую эффективность. Наверное, можно назвать так, передача прошла на отлично. Претензий и рекламации нет. Доклад окончен.